Здравствуйте, друзья! С вами на связи Дмитрий Чекаев. Данное видео называется «До и после». То есть это люди до перехода на сырую пищу и после перехода. Просто представлены фотографии, каким человек был там 2 месяца назад там, или 3 месяца назад, и каким он стал. Результаты на самом деле впечатляющие. То есть, ну, диву даешься на самом деле, что неужели так можно быстро и качественно преобразиться? Я сразу отвечаю на этот вопрос. Да, можно, и можно еще и лучше преобразиться. Ну, это, знаете, это дело каждого. То есть, верить, не верить, это решать только вам. Вот. Но я просто поделюсь то, что есть. Вот. То, что я знаю, что эти люди над собой работали, и единственная заслуга вот именно, ну, не единственная, но, как бы, по крайней мере, самая важная из... как бы заслуга того, что они стали тем, кем они сейчас являются, это именно правильное питание. Ну что ж, давайте приступим